Всем привет! Привет снова! Кстати, можно поменять воду. Ну что ж, всем привет. Упс, кисточку уронила. Рисуем домик. Что мы делаем? Как мы теперь рисуем домик? У нас довольно-таки важно, чтобы окошки светились. Если вы посмотрите хорошо на референс, то увидите, что в принципе весь домик довольно-таки темный, да? Но за исключением окошек. Для того, чтобы окошки светились, я возьму оранжевый сиену жженую. Желтый нам, пожалуй, уже больше не понадобится. Кстати, сиена жженая в Невской палитре, она довольно-таки сдержанная. Добавьте, если у вас сиена жженая из Невской палитры, то добавьте в нее, например, оранжевого, чтобы она была немножко поярче. Кроме того, у меня есть такая вот сиена жженная от Миела или Мижела. Да, это у меня такой любимый цвет последнее время. Вот, для таких вот вещей он мне нравится. Но, в принципе, сиена жженая тоже вполне достаточно. Еще у меня есть вандик. Это можно взять, в принципе, марс-коричневый для темных мест. И все это дело мы будем еще смешивать с ультрамарином. То есть кое-где, там, где прям сильно должно быть темно, там я буду смешивать, это еще добавлять ультрамарин. Так. Ну что ж, воду поменяла, поехали. Большие кисточки мне, пожалуй, уже больше не понадобятся. А начинаю я с, думаю, с сиены жженой. И сиена жженая вот этой вот мижеловской. Она довольно-таки яркая, мне хочется ее взять, наверное. Хотя можно, наверное, даже немножко с оранжевым. Ну что ж, я развела. Вот видно вам воду, что я развожу тут, да? Вот. Ну и по большому счету нам нужно обойти окошки. То есть у нас будет такой градиент. Вот рядом с окошками у нас как будто немножко освещено. Вот. А теперь мы переходим в более темный цвет. Сиена жженая. И сиена жженая с ультрамарином. Что-то я заблудилась. Вот тут у меня ультрамарин. Мне нужна сиена жженая с ультрамарином. Зря я не приготовила. Это плохо. На самом деле домик довольно-таки темный. То есть не боимся. Так, темно. Не, наверное, нужно вандик. Прям черным тоже не хочется рисовать. Возьму вандик. Можно марс коричневый взять. Черным не рисуйте, потому что он все-таки относительно далеко, да, он не черный домик. Чтобы не получилось, ух, вылезло немножко.
чтобы не получилось, что он прям вот выбивается вообще полностью, да? Да, но если сильно, так сделаю, раз, чуть-чуть. Жаль, немножко подсох уже, это плохо. Вот, смотрю, что у меня, я, пожалуй, на картинке немножечко увеличу домик. Смотрю, что я там, собственно говоря, вижу внизу. Внизу я вижу там, я не знаю, типа трава и что-то такое, но вот освещенное. Пусть будет. Вот такой вот край вполне себе. Так, что-то можно чуть-чуть потемнее, можно чуть-чуть ультрамарина добавить, там где темнее должно быть. Во. Если слишком вырезано кое-где, можно чуть-чуть вот так вот протереть край, да, чтобы не было слишком вырезано. Вот, сейчас беру еще бандик, крыша. Вот там вот крыша задняя, она довольно-таки темная. Она не, но все равно по тону, о, у меня лепешка приклеилась там, по тону не должно прямо, вот как мало где-то, да, это нехорошо, по тону не должно прямо вот выбиваться полностью. Пока довольно-таки темно получается у нас по тону. Не стоит рисовать слишком сухо. О, зелень вылезла. Я знаю почему. Это из-за миелы. Потому что у миеловской она немножечко более красна, у нее немножко другой оттенок, нет, желтовато, и поэтому у нее может случиться, что там вылазит зелень. Так, крыша сильно получается вырезана, и поэтому мне хочется ее чуть-чуть смягчить. А для этого я промываю бумажку, промываю кисточку в воде и немножко протираю ее почти до сухого. И вот так раз, да, вот таким вот образом сделаю, немножко смягчаю края. Но важно, когда вы это делаете, что у вас должны быть фактически, кисточка должна быть почти сухой, да? Во. Так, теперь я возьму еще, вот этот я совсем забыла, этот цвет. У нас же есть еще там елка. Я про него совсем забыла. Я возьму. Нет, оксискрома не хочу. Вот. Я довольно-таки часто для темной зелени использую вот такой перилин зеленый. Если у вас такого нет, ничего страшного. Вы можете сделать следующее. Вы можете просто взять обычный зеленый, допустим, из Невской палитры и добавить туда темный синий. Ну, например, ультрамарин тот же. Да, и вполне уже достаточно. Вот. Хорошо. Вот. Буду зря, ты так я жахнула воду туда, нормально. Это я зря. Вот это я зря залезла сейчас. Ладно, все, не мучаю. Так, перилин зеленый. Темно-зеленый для елки. Но опять же можно, я добавлю туда чуть-чуть. Кстати, туда можно добавить чуть-чуть красного, если он слишком зеленый получается, чтобы такой более сдержанный цвет получился. Чтобы получился идея, в принципе, что нам нужен темно-зеленый. Вы можете просто зеленый взять из Невской палитры и добавить красный. Да?
Елка. Она относительно темная. Ко мне она раскидистая получилась. Опять же, если слишком темно вырезано получается, можно кое-где выбрать чуть-чуть, да, и, допустим, я могу кое-где добавить оранжевый или коричневый, как будто бы она где-то отсвечивает, елка. Во, а нижняя часть, там вообще все темно-темно. Накапывает плохо. Сейчас мы видим, что у нас можно, кстати, вот возьму еще чуть-чуть оранжевым. Края такие сильно вырезанные окна. Вот так вот, раз такой полусухой кистью. Чтобы не было такой вот квадратной такой вот вырезанности. И опять же вот так чуть-чуть выбрать можно. Во. С другой стороны тоже какая-то то ли елка, то ли что-то есть. Можно просто взять зеленый. Как я уже говорила, зеленый с красными, например, да. Пусть там будет елка, хотя там какое-то другое дерево даже. Во. Сейчас вы видите, что у нас довольно-таки сильный контраст между, можем вот этот вот оранжевый, оно будет давать ощущение, что елки где-то, как будто падает свет где-то на елках, и они вроде как немножечко отражаются. Если у нас вот сейчас проблема в картинке в том, что разница между контрастами, я что-то капаю везде, разница в контрасте между вот задним планом и вот этой нашим домиком получился сильно насыщенный, да? То есть вот это нам нужно еще немножко как-то исправить. Тут чуть помягче сделаю. Сделаю-ка я это чуть помягче. Это, кстати, мягкие жесткие края, оно делает чудеса, способно творить чудеса. Да, если у вас слишком выбивается, можно чуть-чуть где-то подразбавить это. Вот. Слишком жестко. Что-то я замучила его домик. Вот. Мне хотелось, чтобы он не был прям черным-черным. Да, крыша сильно жесткая. Хоть и протирала, но все равно слишком, края слишком жесткие. Вот таким вот образом можно немножко смягчить края. Это творит чудеса. Так, сейчас явно так сказать, разница между домиком и остальным слишком высокая разница в тоне. Да, то есть нам нужно, по идее, ух, как я вас покачала, а? Качаетесь?
Вот. Сейчас можно прорисовать. Допустим, вот у нас еще осталось вот этот вот фактически сам остров, да? Можно прорисовать его. Кстати, можно сделать вот таким вот образом. Давайте сделаем остров. Опять я орудую в тех же самых, по большому счету, в тех же самых цветах. Немножечко коричневого, немножко оранжевого, немножко чуть-чуть я вижу там где-то просвечивает зеленый. Но сильно много зеленого тоже не надо, у нас же зима. Зачем нам зима? То есть можно делаем ультра. И по большому счету у нас еще ультрамарин с сиенежным, так сказать. Вот. Не намешала, это плохо. Ну и отражение. В принципе, мы можем его сразу же делать. Отражение делаем, в принципе, сразу же. Не надо там отличать что-то отражение от. Сейчас я это сделала более-менее сиенежной. Чуть-чуть опять же промокаю края, чтобы не было таким вот. Важно, чтобы не было таким вот прям вырезанным-вырезанным. Да, это всегда плохо, когда такая есть вырезанность. И добавлю сейчас еще ультрамарин туда. Мне кажется, вот где-то вот тут под мостиком значительно темнее. Мостик немножко залезла на мостик, он узкий получился в этом месте. Ну да ладно. Под мостиком немножко темнее, там вроде как кое-где темнее, кое-где светлее. Ну вот такая вот вещица получилась, да? Вот. Сделаю под мостиком потемнее. Ну вот. Ну вот, если где-то получается слишком жестко, можно края, вот как я уже говорила, вот так немножко смягчать. Жесткие и мягкие края это относительно важный момент. Все, вот так вот пока. Что у нас следующим этапом? По большому счету, вот обратите внимание, вот эта вот вся штуковина, по большому счету, это вот более-менее одно пятно, где просто вот переходит немножко от одного света к другому. Все вот это вот нарисовано, в принципе, оранжевый, ближе к окнам, сиеножёлтый, ультрамарин, вандик, и кое-где чуть-чуть я добавляла зеленого, вот, например, вот в елках. Но ни в коем случае не рисуйте те же елки прям вот откровенно зеленым цветом. Вот это вот все у нас какой-то такой вот коричневато. Если там и зеленый, то он вот только намек на зеленый, да? Потому что у нас там ночь, никакого откровенного зеленого там нет, мы его не видим. Если вы внимательно посмотрите на референс, то увидите, что там ничего, кроме вот чуть-чуть, может быть, намека зеленого, там нет. То есть ни в коем случае не надо рисовать какие-то там вот прям откровенно зеленые. Ну что ж, хорошо. Сейчас рисую. Мне кажется, вот я рисовала уже деревья, но сейчас я вижу, что вот по тону вот этот вот домик, он относительно яркий получился, так сказать, довольно-таки темный.
И получается, что сейчас по тону чуть-чуть не хватает вот тут вот. Деревья нужно бы сделать чуть потемнее, то есть тона у деревьев не хватает. Вот сейчас я делаю то, что довольно-таки сложно сделать на целлюлозе. Вот я не хочу делать слишком жестко, поэтому я кое-где деревья вот чуть-чуть чистой водой, чистой кисточкой мягкой я слегка намочила бумагу. Ну и опять же, помните, мы деревья вообще-то рисовали, у нас был ультрамарин, по-моему, да, с красным. Вот так можем и сделать. Нет, что-то я не в ту краску залезла. А, да, все правильно. Ультрамарин с красным. Получается довольно-таки темный цвет. Кстати, когда вы утемняли вот этот вот темное небо, вот тот вот темный синий вам нужен был, вам можно было тот же ультрамарин немножко добавить красного, и вполне было бы уже достаточно. Так, кое-где не пятна получаются. Я возьму лучше опять свою. Лучше возьму опять каллиграфическую. Вот, каллиграфическая кисточка, помните, да? Я возьму лучше опять каллиграфическую. И так, кстати, по мокрому добавляю тон. Если получается слишком сухо, можно чуть-чуть добавить воды, но не надо сильно много делать воды. Если вы делаете воды много, то растечется все в одну лепешку. Да, то не надо, воды не надо делать много. Речь о том, что я усиливаю слегка тон. Кстати, это не факт, что вам это делать нужно. Если у вас по тону уже, скажем так, достаточно темно, то вам ничего делать не надо. Я думаю, достаточно. А сейчас я вот беру такую небольшую, хотя вот тут немножко сильно светлое, ничего нет, да? Тут тоже можно чуть-чуть. Все. Сейчас я беру очень интересную кисточку. У меня есть вот такие вот шлеперы, такие вот кисточки тоненькие. Они довольно-таки интересные. Я возьму, есть, так сказать, четверка, есть единичка, четверка и шестерка. Я, наверное, сейчас для начала возьму четверку. По большому счету я рисую все те же. Сейчас можно или сиену жженую с ультрамарином, например, или, допустим, ультрамарин с красным. Ну, просто нужен темный цвет какой-то. Вот, и я рисую вот этой вот, смотрю внимательно. По тону выбивается. Если получилось слишком темно, можно ее вот таким вот образом убирать. Ох уж этот сиенный жженый из... Да. Я заменила у себя в палитре сиену жженую от Шминки на сиену жженую от Винсор Ньютон. И теперь от этого страдаю, потому что Винсор Ньютоновская сиена, она более желтая. И у меня постоянно вылазит зеленый, когда я смешиваю с ультрамарином. Так сказать, не желающий вылазит зеленый у меня.
Слишком жестко получилось, да? Вот, тоненькое, вот когда вы рисуете деревья, это довольно-таки важный момент. Рисуйте это, так скажем, деликатно и тонко. Если вы это нарисуете вот топорно и жестко, то будет смотреться неинтересно. Это должны быть такие вот если получается слишком темно, можно немножко вот так, видели, вот так раз промокнуть, будет помягче. Во. Ну что ж, как у нас там по времени? Есть еще время до конца, да? Хорошо. Давайте я сейчас немножечко прочитаю ваши комментарии и нарисуем последний кусок. Вот, в принципе, не так уж и много осталось. У нас осталось только нарисовать мостик. Там, давайте я полистаю ненадолго комментарии. Я теперь не знаю, где я остановилась. Ну что ж, как красиво, эфир должен начаться 18, нет, эфир уже идет. А где можно видео про фонарь посмотреть? У меня в моем профиле. Хорошо, тут вроде бы нет вопросов, тут все. Запись можно будет посмотреть 24 часа. Будет выложена на Ютубе. Зачем соль для звезд? Какие кисти? Посмотрите у меня в моем Ютубе канале. У меня написано про мои кисти. То есть мое последнее видео у меня там про кисти. Так, обратно, дальше листаю. Кис номер 8, колонок, да. Видео про фонарь уже прочитала. Этот эфир начался в 16 часов по Москве, да. На палитре голубая мордашка с глазами. Ха-ха-ха. Вот это вот, да? Теперь и я вижу. Как же приручить акварель? Просто часто рисовать. Как говорится, даже реснички есть. Кто рисует первый раз, тот поймет. Помню, в первый раз мне хотелось утопиться в банке с водой. Зачем так радикально? Не надо. Только подключилась. Угу.
Запись будет? Будет. В основном кисти да Винчи нет. У меня да Винчи, это не да Винчи, это Винсор Ньютон. Это кисти Винсор Ньютон. Отражение елок и домика, да, будет. Если крепите на монтажной ленте или скотчем? Я креплю скотчем. Я прикрепляю обычным скотчем. Малярным скотчем. Можно ли формат поменьше брать? А зачем? Замучаетесь мельчить. Домик похож на лягушку с длинным языком. Ага. Да, тоже можно и так подумать. Ничего, если будет немножко не так, как иначе. Можно этот сюжет квадрат? Да, можно. В принципе, чтобы участвовать в конкурсе, вы можете, по идее, не обязательно повторять вот этот вот сюжет один к одному, то есть все прям один к одному, но все-таки должен узнаваться, что это вот именно по, фактически по моему мастер-классу рисовали. Если вы нарисуете, ну, полностью другой сюжет, полностью другой какой-то, ну, пейзаж, то откуда я узнаю, что это по моему мастер-классу? Да? Хорошо, у нас остался мостик и фактически отражение еще нужно добавить, да? Ну что ж, это вовсе не так уж и много, как может показаться. По идее, наша картинка уже почти закончена. Так что, что мы делаем с мостиком? Если внимательно приглядеться, мостик у самого вот, вот тут вот, в самом впереди, вот тут вот рядом с домиком, он немножечко освещен. То есть там я опять же возьмусь и, или оранжево, или вот этот вот, помните, межеловскую сиену жёлтую, да, ее вот можно вполне взять. Вот, пусть будет. И я начну, мне нужно опять же сделать наклон, потому что мне нужно сделать небольшую заливку. Вот, вот это вот то, что мы сейчас делаем, это фигурная заливка, не пугайтесь. Видите, вот тут немножечко освещен домик, вот этот вот мостик. У него тут такой более оранжевый тон, потому что свет на него падает. А сейчас я беру и по мокрому мы переходим, в принципе, в ультрамарин. Можно было чуть пораньше, не так далеко, потому что так далеко оно не может освещаться, да? Чуть побольше, оранжевого. Побольше оранжевого. Замучиваю, однако. Вот. Вот. А вот тут вот намного темнее делать не нужно. У нас там уже есть довольно-таки своя заливка. Какая была. Пусть она будет. Кое-где, однако, довольно-таки темная тоже. Да? Вот тут, например. Вот тут на переднем плане вполне себе могут быть вот так чуть-чуть проблески оставаться. Во. Что делаю теперь? Пока еще немножко влажновато, можно чуть-чуть по. Пока еще немножко влажноват мостик, но по идее можно уже сделать. Пока он такой вот влажный. Можно сделать кое-где уже темные более места, чтобы они остались мягкими.
Я для темного опять размешиваю сиену жженую с ультрамарином. Это такой у меня любимый замес. Но я что-то мучаюсь. Пока она влажная, можно сделать кое-какие вещи по-влажному, чтобы оно растеклось. О! Почему я это делаю по-влажному? Скажу. Потому что у нас фактически центр внимания у нас домик, да? То есть можете себе представить, как будто бы вы вот фотографируете фотоаппаратом, и вот сюда у вас фокус. Все, что не в фокусе, оно все нечеткое. В том числе и вот этот вот передний план не нужно делать слишком четким. Если вы сделаете все четкое, и передний план, и задний план будет немножечко выглядеть неестественно и странно. Поэтому слишком четким делать передний план не нужно. Во. Мне кажется, достаточно по пятнам. Вот. Можно будет потом еще чуть-чуть проработать, а пока достаточно. Подсохло тут, да? Можно сделать сейчас отражение домика. Оно довольно-таки темное, оно темнее, чем дом. Да, где-то мы так это, ну, тоже такое вот. И помягче, я там смочила вначале, да? И кое-где темнее, кое-где светлее. Фу. Ну, примерно. А подсмочить. А тут какие-то отражения елок. В принципе, то же самое, как мы рисовали елки, но по идее может даже немножко быть темнее и холоднее. Да, вот думаю, наверное, надо отражение чуть потемнее сделать. Слишком яркое получилось. То есть в зеленый, допустим, можем добавить немножко ультрамарин.
А если слишком ядрено получается, то нужно добавить немножко красного. Потому что красный это противоположный цвет зеленому, он нейтрализует зеленый. Да. Ну что ж, вот тут елка, елка, вот тут должна быть по большому счету тоже елка. Промахнулась чуть-чуть. Раз, чуть-чуть смываю края, чтобы не было все это слишком жестким. Видите? Пусть будет помягче. Чуть смягчить надо. Смягчаю, утемняю, да? Замучилась. Вот, это же все-таки отражение, оно может быть чуть-чуть. А на эту вот зря я залезла. Ну да ладно, не страшно. Ну, может быть, чуть как-то вот так, да, прерываться. Чуть помягче. Выкинула бумажку, потому что она совершенно мокрая, примокрая у меня. Вот, новую беру. Я уже, кстати, несколько истратила за это время. Да. Теперь то же самое делаю вот тут. Другую елку. Тут же опять хоп-хоп, вот тут елка. Что-то я лихо ее, да? Явно лихо. Но, опять же, не страшно. Ее вот так. И все становится на свои места. Вот. Что еще нужно сделать? Даже я не знаю. Глаза немножко разбежались. Чуть-чуть нужно добавить еще. Тон вот тут, наверное, на отражение деревьев, ну и вот эти вот отражалки у деревьев, где отражается. Но тут нужно опять же смочить. Вот, слегка, чтобы это не было слишком жесткими пятна, я слегка смочу. Чистая вода. Желательно. Мягкая кисточка, когда смачиваете. Слишком большое пятно получилось, можно чуть-чуть поправить. В принципе, речь о том, что я усиливаю тон, да, чтобы был, так сказать, подходящий тон тут. Гуд. Мне кажется, вполне себе достаточно, что мне не очень нравится, если получилось просто пятно. Вот, теперь осталось еще отражение. Вот, стволов. Это я делаю точно так же, в принципе, как рисовала и стволы.
По идее, все равно, какой берем какой-то темный цвет? Сиеножженая с ультрамарином или ультрамарин с красным. По идее, все равно какой. Вот сейчас только важно сделать более-менее зеркальным отражение. Если вы прям вот ну не идеально, не идеально сделаете, это не страшно. Даже нужно только нарисовать так, чтобы фактически, ну, можно было поверить, да, что это правда. Разошлась. Я начинаю мазюкать. Ну что ж, что еще можно тут нарисовать? Мне кажется, чуть-чуть еще более четко можно проработать еще мостик. Но на самом деле буквально там несколько штрихов. Вот. Я вижу вот тут какой-то. Липок. Если получается слишком темно, можно всегда немножко промокнуть. И сделать так помягче. Обратите внимание, чем дальше, тем менее четко мы их вырисовываем. Да? О, в зеленый залезла. Как выглядит. Ну что ж, мне кажется, в принципе, уже все вполне себе достаточно. Уже замучиваю тихонько работу. Да, уже давно все достаточно. Можно единственное, только чуть-чуть еще, вот предпоследний, так сказать, эффект, нюансы. Это тоже интересно, послушайте. Вот. Есть разные краски. Вот, есть разные краски, есть краски, так сказать, кроющие и краски не кроющие. Вот у Шминки вот такой вот квадратик зарисованный, это значит, что краски кроющие. Есть, например, вот на... Опс, где у него? Вот. Вот это вот наполовину кроющие. А есть, допустим, полностью не кроющие краски, то есть вот этот вот квадратик тогда весь беленький. Вот, есть, например, секундочку, оранжевый, мы берем, нет, не тот взяла. Вот, например, есть оранжевый, вот это вот хром-оранжевый от Шминки, но обратите внимание, он не кроющий, видите, то есть его брать тут бесполезно, или его нужно разбавлять с белилами,
Вот я беру специально оранжевый, но беру кроющий. Вот это вот, это хром-оранжевый, не кроющий, а это кроющий кадмий-оранжевый. Кадмий-оранжевый темный на самом деле у шминки. Но не важно, темный или не темный, важно, что он кроющий. И вот я беру сейчас, я хочу сделать фактически пару последних штрихов. И я беру пару последних штрихов, беру вот это... Куда же она у меня полезла прямо кучей? Вот. И беру его фактически прямо совершенно густо, как маслом, из тюбика. Вот это вот, кстати, секрет. Часто говорят, ай, белила у меня не кроют. Их надо просто брать густо. Беру фактически густо, практически как из тюбика. И делаю пару штрихов вот тут, вот я вот вижу, например, вот тут. Да, как будто там что-то отсвечивает. Я вижу вот тут что-то, какие-то проблески. Посерединке. Можно еще. А, вот это переборщило. Не нужно. Вот. То есть вот это вот кроющее свойство, оно у нас сейчас было важно, но смотрите прям вот внимательно, где вы видите светлые пятна. Ни в коем случае не надо лепить их, где попало. Если вы сейчас этот домик обведете со всех сторон оранжевым, то будет очень-очень даже неестественно. Да? То есть внимательно смотрите, где эти оранжевые пятна есть, а где нет. Вот это было пятно слишком светлым. Вот это не надо. Я его разбавлю чуть водой, оно у меня высохнет, будет не очень ярко. Да. Вот, то есть я немножечко дорабатываю там кое-где. Например, вот там вот еще какие-то на траве что-то как будто бы отблескивает. Да, вот это вот тоже можно еще сделать. Вот там. Вот не переборщите с этим эффектом, но чуть-чуть можно дать такое чуть-чуть свечение еще. Вот, все. На этом я, пожалуй, вот это останавливаюсь. Что мне еще нужно сделать? Еще я сделаю еще последние прям вот штрихи, так как мне хотелось все-таки сделать зиму, да, то и у меня на самом деле со звездами получилось довольно-таки скромно, потому что я довольно-таки поздно сделала это, уже бумага была почти высохшая. Вот такие вот звезды. То я, пожалуй, еще покапаю белилами. Я сделаю, у меня сейчас пойдет тут снег. Вы даже не представляете, как я обожаю брызгать белилами. Это прямо у меня любимое занятие. Секундочку. Для того, чтобы белила. Вот белилами работать из кветки вообще невероятно сложно. Потому что их нужно брать прям вот густо. Да, и из кветки вам это сделать, ну, очень тяжело будет. Я поменяю воду. Из кветки это будет сделать очень тяжело. Я беру вот из тюбика, у меня белила. У белил тоже очень важно, что это белила кроющие. Тять-тять-тять-тять, вот тут у меня живут белила. Я выдавливаю прям вот свежие. Слегка разбавляю их водой, но совсем слегка. Да, чуть-чуть разбавляю. Вы увидите, я вот сюда положу. Покажу, как я размачиваю. Но для начала я покрываю все, что я не хочу, чтобы забрызгалось. Вот так. Я хочу небо тут звездное сделать. А это означает, что все остальное надо закрыть. Вот, хорошо. Вот так. Да, дерево прикрыло тоже. Все остальное, что не должно забрызгаться, я закрываю. Вот так. Теперь посмотрите, я беру чуть-чуть воды и прям густо-густо белила. И для начала попробуйте на бумажке. Вот я. И я вот таким вот образом на палец. Смотрите, звезды пошли. Высыпали. А? Звезды высыпали. Посмотрите, какие. Сильно много делать не буду. Во. Как вам звездное небо?
А теперь мы делаем, в принципе, то же самое, только внизу, как будто бы там они отражаются. Но нужно закрыть вот мостик. Да, на мостике не надо. Нужно закрыть мостик. И делаю, по идее, то же самое. Делаю вот так, по пальцу. Может быть, чуть-чуть. Вот тут еще не достает. Вот тут закончилось так неожиданно. Хо-хо-хо! Да, цвет синий получился сильно насыщенный. Ну, интересно. Скажем так, да. Во! Во! Ну, я не знаю, в принципе, уже все, больше замучивать вовсе не надо. Как я говорила, что по большому счету уже, так сказать, вот тут центр внимания, если что-то прорабатывает, то только вот тут. Где-то в остальных местах прорабатывать на самом деле не надо. Но можно еще, допустим, вот с белилами, немножко синий с белилами еще чуть-чуть размешать и сделать еще пару холодных бликов где-то, где не освещено. Вот я, допустим, почти сухой кистью, например, вот, да, но не перестарайтесь вот тут вот с, фактически с деталями, потому что, как вы помните, я сказала, детали должны быть там, тут только ощущение. Вот. Вот это высохнет, сейчас выглядит слишком ярко, вот это высохнет, оно не будет таким ярким. Поэтому я не пугаюсь. Да. Внимательно смотрите, где вы, какие неровности видите, да, какие шершавости, где светлое, где темное, это относительно важно. И повторяйте по большому счету то, что видите. Так ярко не останется. Поэтому я не боюсь. Тут немножко ярковато, но оно высохнет, оно будет значительно. Все, я думаю, все. Я думаю, достаточно. И мне кажется, все, что там еще сейчас будем делать, мы просто будем замучивать картинку. Мне кажется, там ничего делать уже больше не нужно. Давайте, если у меня еще чуть-чуть время есть, я полистаю, может быть, есть комментарии, какие-то вопросы. Где-то есть описание названия красок. Да, посмотрите в моем стори, я там прямо вот сделала краски, сфотографировала, все описала. Все краски практически, которые я использовала. Со звездочками сразу другой эффект. Ну вот, в принципе, весь прикол был. Я хотела потому такой темный фон, чтобы фактически звезды интересно выглядели. Вот эти вот звезды можно было, конечно, делать разными вариантами. Можно было в самом начале сделать немножечко маской замаскировать. Они, но тоже они могут выглядеть довольно-таки быстро слишком нарочитым, поэтому перебарщивать тоже не надо. Так, я листаю немножко. Та-та-та-та. Гуашь как аналог белилам, да, подойдет. У меня действительно гуашь, но вы можете. У меня акварельные белила, но вы можете взять и гуашь.